Всем доброго времени суток. С вами Салет Машика, и сегодня у меня для вас новости на 14 число 6 месяца 23 года. Уже пару дней прошло с недельного сброса ночной волны, однако скин когтей можно было получить уже в воскресенье. Хотя это больше напоминает клыки, чем когти. Напомню, что модели ту взяли от бессмертных летунов, которых добавили в сезоне эмиссара. Уникальных особенностей у Коготочков нет, помимо небольшой анимации сияния. Хочется верить, что этими когтями намекают на скорых зараженных лечей, но пока что это лишь далекие фантазии. А пока что имеется армада сикачей, для желающих забрать синюю картошку. Тем временем продолжается забастовка сообществ Reddit против новой ценовой политики этой площадки, которая может похоронить сторонние приложения. Меня несколько удивило, что сообщество Варф здесь объявило про закрытие на неопределенный срок, а не просто на два дня. Уже пару дней прошло, и сам Reddit официально ничего не заявил, потому ожидается продолжение забастовки. Да тоже не против такой деятельности, ибо не вмешивается. Все еще не ясно, когда именно в июне должен выйти Кулерва. Однако сегодня и займут набор халявы для подписчиков PlayStation Plus. Вероятно, чтобы заменить на новый. И быть может, что скоро предоставится повод. Напоследок есть стримы сообщества. Раздают три готовые формы, что неплохо. Имеется и привычный декор, включая шазин не ломба. На этом от меня все, потому всем всего, всем удачи и всем пока.